Электронные устройства для курения, блистеры и картриджи к ним общим количеством около 1000 штук пытался вывезти из России гражданин Украины. Автомобиль марки «Джели» прибыл на пост Гуково, где в ходе осуществления таможенного контроля было получено рентгеновское изображение, на котором был замечен незадекларированный должным образом товар. Сотрудники ведомства обнаружили под обшивкой дверей багажника автомобиля скрытые от таможенного контроля товары. По словам мужчины, находясь в Ростове-на-Дону, он получил посылку с товарами из интернет-магазина. Приобретены они были с целью дальнейшей продажи на территории Украины. О необходимости декларирования товара знал, но попытался его скрыть. В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении.